По литературным данным, азооспермия – это патология, которую встречают достаточно редко. Однако на практике таких пациентов с данной проблемой, к сожалению, все больше и больше. Азооспермия – это состояние, которое характеризуется отсутствием сперматозоидов в эякуляте мужчины при двукратной сдаче. Причин азооспермии – масса. Большинству пациентов с данной патологией мы можем помочь. В современной андрологии существуют высокотехнологичные методы, которые позволяют получить единичные, даже единичные сперматозоиды из ткани яичка и ткани придатка. Одним из таких методов является микрохирургическая биопсия яичка, сокращенно микротеса. Благодаря этой операции многие пары, страдающие бесплодием, с тяжелым мужским фактором, могут обрести счастье отцовства и материнства. Данная операция проводится под спинальной или внутривенной анестезией в условиях стационара с необходимой госпитализацией на 1 или 2 койко дня. Так что, уважаемые джентльмены, выход есть, ситуация не безнадежная. Пожалуйста, обращайтесь к андрологу, начните обследование себя.